Последнее приготовление. Городская баня номер 6 на улице Ташкентской с 1 августа начнет работу в обычном режиме. Четверг, пятница, воскресенье – мужские дни, среда, суббота – женские. Теперь к услугам посетителей новая парная. Ее построили после пожара, который случился здесь в ноябре 2018 года. Тогда пострадало и помывочное отделение. Обрушились пластиковые потолки, часть кафельной плитки оказалась испорченной. Состояние было, конечно, очень плачевное. Все было разрушено, часть труб была повреждена, парная выгорела полностью, треснула печь каменка, то есть она большой температуры не выдержала. И было принято решение, что нужно перекладывать печь с установкой автоматической горелки. В ходе ремонтных работ переложили трубы, заменили где необходимо плитку, установили новые душевые. Печь каменка теперь тоже новая, котельная автоматизирована. Выполнить работы удалось в рамках энергосервисного контракта. Их стоимость составила 3 миллиона рублей. У нас за счет автоматизации и оптимизации штата, то есть получилась экономия. И ровно эту экономию предприятие будет отдавать подрядной организации за те работы, которые оно произвело. То есть предприятие само деньги не тратит. В администрации учреждения уверяют, что теперь парная сможет работать в течение всего дня, без перерывов на подтопку, как это было раньше. Первый месяц пройдет в тестовом режиме, чтобы учесть все пожелания граждан. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.